если техника или коды, для того, чтобы заставить сына измениться. Не хочет ни работать, ни учиться. Говорит, сидит на моей шее, деньги клянчит, уже нет сил, выгоняла. Плачет. Подождать, когда найдет любимое дело. Опять пускаю, верю, увы, изменений нет. Сыну 27, парень не дурак и ленится, и никак не может себя найти, ученица школы. Ребенка должно что-то вдохновлять. Вообще совет такой. Повесьте в его комнату, где он живет, красный перец в виде вот такого, в виде перчинок чили, в виде бус или в виде такого оберега, чтобы где-то оно лежало. Второе. Начните ему давать два препарата. Один препарат — это препарат магния B6, это будет его успокаивать. И обязательно начните давать ему кальций. Кальций поможет вырабатывать больше сексуальных гормонов. Сексуальные гормоны будут заставлять его быстрее шевелиться. Так, в случае, если гормонов не хватает, меньше шевелится, если гормонов достаточно. Ну и здесь такой нюанс. Если гормоны падают, то тогда портятся там кости, зубы и все остальное. Если дать кальций, то тогда и гормоны восстанавливаются, появляются у человека силы и потенциал. Пожалуйста.